Всем привет! Начинаем очередное путешествие по моему маленькому городку. Вот совершенно случайно я забрел на своем самокате в район Гражданской улицы. Я, честно говоря, даже не знал, что есть такая у нас в Петербурге. Ну, что не знаешь. И вот там я обнаружил дом Гражданский 13/15. Раньше она называлась Мещанская. Так вот, здесь находился дом Берлинского акционерного общества «Словолитня» и производства медных линеек «Гебергольд». Ну, «Гебергольд» – это, видимо, хозяин, все это понятно, «Словолитня». То есть формы для печатания букв. Обычно их отливали из свинца для того, чтобы печатать. Ну и какие-то еще медные линейки. Вот я даже, честно говоря, не знаю, что это такое. Но тоже, видимо, судя по объявлению, которое вот я нашел, печатал в журнале «Строитель», здесь производились типографские шрифты, и эта же организация торговала типографским оборудованием. Сам производственный комплекс находился как бы внутри этого дома, а фасадная часть была построена под доходный дом. Производственный корпус был построен в 1899 году. Привлек барельеф. Я на фасаде я смотрел, кто это такой, что это за мужчина. Ну, и в результате оказалось, что на фасаде Йоган Гутенберг. Это немецкий первопечатник. Вот то, что мне удалось нагуглить, посмотреть в интернете. Вот такие вот истории. Все, всем пока, всем привет. Вот такой дом. Это же интересно ходить, узнавать что-то новое. Пока.